Итак, здравствуйте всем. Привет. Задавайте вопросы, получайте умные ответы. Виколон, здорово. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Так, пройдемся с вами по острову в этот раз, наверное. Так, едь на поляну, на острове. Нехер тебе делать. Возможно, да, я тоже так думаю. Может, скоро и переедем. Приветик, красавчик, как ты? Нормально все? Спасибо большое за беспокойство. Часто выходишь в эфир, каждый вечер стараюсь. Привет из Оренбурга. Оренбургу привет. А ты шо? Умненький. Привет из Гомеля. Гомеля тоже привет большой. Я к тебе на дом 2 приду. Любовь строить. Рановато еще, не зажили прежние раны. Это кто такой у меня здесь? Алексей Безус. Скажи привет, Алсина. Алсина, привет большой тебе. Алексей здоровеет на глазах. Просто монстр становится. Так, Пермь, привет. Привет из Майкопа. Майкопу тоже огромный привет. Так хорошо, что один. Это да, есть в этом что-то свое, хорошее, доброе. Как там дела? А Витек, что там Ебаров? Ритка еще не шевельнул? Еще нет вроде. Что там с Ириной? И с Ириной ничего. Вас что, заставляют выходить в эфиры? Нет. Не заставляют, мы сами. Давай, Настя. Как нельзя? У нас еще нет. Есть, все, Настя. Есть на острове. С какого дня? Наська Индальцев, знаете? Индальцев, Наську. Я в пятницу прилетела, дурак. Красава. Ты нормально? Чего? Все хорошо, Наська. Наська волнуется, говорит, она прилетела вчера, а ты мне сегодня уже снимаешь. Ну да ладно. Привет, привет. Привет из Харькова. Харькову привет большой. Привет из Ульяновска. Ульяновску тоже привет. Почему я такой мямля? Потому что пошли вы все... Да не, шучу. Нет, потому что не знаю, где я мямля. Так, передай привет Ябе. Окей, привет из Старого Оскола. Старого Оскола тоже огромный привет. Привет с Красноярска. Красноярску привет. И детям халявщик. Хорошо. Да, мое сердце свободное. Привет, ребятки. Привет. А вот кто лежит у нас здесь, отдыхает. Марианка. Привет, Марианка. Так, дальше. Вы там все в телефонах сидите, да. Пока все в телефонах сидят. И я тоже. Из Берска привет. Привет, Берска. Что там, скучно так? Ну да, скучновато. Так, что еще вам сказать? Аллергия от нее. Кого? Привет из Челябинска. Челябинск тоже привет. Привет из Перми. Перми огромный привет. Итак, мы тут любовь строим. Привет Ольге Дурневой. Привет. Привет, Вить. Здравствуй. Ты супер. Спасибо большое. Так, можно занять его сердце? Игнор, ну ясно. Да нет, пиши. Я просто не все успеваю читать. Иногда проматывается. Не, сердце мое пока... Я не думаю, что что-то получится. Так, на сколько вам телефон выдали? На час. Шева Сараем, да. Покажи Ирку, какую. Ты похорошел. Спасибо. Айда к нам в Уфу. Позже как-нибудь в городских будешь ухаживать за Ирой. Не знаю, посмотрим. К Шеве чувства остались. Доброе. Очень печально. Я бы там не скучала. Ну да. Привет Чечни. Чечне тоже салам. Тебе там надо чпокнуть Марьяну и Ряску. И едь на поляну. Нет, я не буду больше никого чпокать. Сколько время у вас? 23:44. Витя, ты классный. Спасибо большое. Привет, ты крутой. Я бы пришла к тебе на проект. Витя в эфир в 23. Пжж. Хорошо. Ты на полян не собираешься? Хотел бы, но попозже, наверное. Так, Вологде, привет большой. Ведь передай Безусу, что пусть не глупит
и к Рязке присмотрится. Она на самом деле крутая женщина. Она надоедает, ребят. Витя, вы с Шевой общаетесь? Нет. Питер, привет. Пинчук, ты любишь? Нет, конечно. И молодец. Спасибо, привет, 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 привет. А, как у Марианы с Ромой свадьба? Так, как у Марины с Ромой свадьба. Классная была свадьба, мне очень понравилось. Ты что игноришь? В смысле? Кого я игнорю? Никого не игнорю. Читаю все, что могу. Братску привет большой. А, Екатерине. Передай привет, привет, Виктория. Так, стоп. Привет, Виктория. 92-12. Чем занимаешься? Хожу по острову, с вами разговариваю. Лет 31. О, Игорь Концов, здорово, братка. Я с Шевой общалась. Круто. У тебя очаровательная улыбка. Спасибо. О, лобная. Так, от Лапину тоже огромный привет. Рад вас видеть, слышать. Так, вот я на лобном. Посижу немножко с вами на лобном, поболтаю. На месте ведущего. Так, почему на рыбалку не ходишь? Где, здесь? Да здесь рыбалка так себе. Так, дальше. Ты хороший, добрый парень. Желаю тебе встретить достойную девушку. Хорошо, спасибо вам большое. Скажи моему сыночку Кириллу. Сыночек, сейчас. Ди Кирикмезова, сыночку Кириллу, спокойной ночи. Блин, ты такой классный, спасибо большое. Шео, как к тебе относится? Да я не знаю, фигово, наверное. Когда спать? Скоро, сейчас с вами поговорю и спать. Как водичка, купался сегодня? Нет, сегодня не купался, но вода хорошая. Такая не теплая, не холодная. Ты, главное, не упади там. Да нет, конечно, я тут с чего упаду. Как думаешь, почему к Рязке никто не идет? Потому что она болтливая и проектная. Дай номер свой. Нет, конечно. А то идешь телефоном. Так, дальше. Почему расстался с Шевой? Потому что она переписывалась с Сараем. Блин, Витек, ты единственный участник, кто читает каждое сообщение. Прям аж приятно. Я читаю, потому что сейчас пока очень мало людей в эфире. Иногда не успеваю, извините. Чувствую, упадешь. Нет, уже не упаду. Хороший, добрый мужчина. Для самой Иринки зря теряется. Для семьи Иринка зря теряется. Ну, посмотрим. Так, в директ отвечаешь? Да, отвечаю, только не всегда получается всем ответить. Вид акт. Покажи еще кого-нибудь. Так, Витя, колонки прилетел к вам. Колонки? Это кто? Колонки. Привет, привет. Как считаешь, Ебаров дурак? Нет, Ебаров не дурак. Так, молодец, ты всегда отвечаешь на вопросы. Тебе уважаю. С Оксаной почему ругались? Да мы не ругаемся с Оксаной, это просто такие небольшие ссоры, но все нормально. Спасибо, меня зовут Дина. Дина, не за что. Еще раз Кириллу привет, спокойной ночи, Дина. Ебаров с Марго, да. Прочитает каждое сообщение, согласна. Здравствуйте, привет, привет, круто. Какой тебе рост? 207. Как там Марго и Сороки? Все нормально. Вить, переверни камеру наоборот. Зачем? Рязка, правда, такая... невменяемый или гонит. Но я думаю, что в жизни она немножко другая. Здесь она старается всех засадить. Там в жизни она поинтереснее будет. Она чуть-чуть помягче. Привет, малыш. Привет, привет. Доброму великану Банзай. Привет всем. Передай привет. Так, Кате Козловой с Иркутска. Привет большой. Так, как дела? Дела нормально. Когда Рязко говорит, кажется, что она... проповедь читает из секты какой-то, это точно. Как дела? Нормально все. Так, когда у тебя день рождения? 25 января. Почему в инсте на смс не отвечаешь? Не успеваю все ответить, правда, стараюсь, но нету времени на это. Какое твое любимое блюдо? Сыр бенье, это сыр в кляре, там, с соусом. С детства люблю его. Так, ты с Ебаровым общаешься? Да, общаюсь. В смысле, Ебаров с Марго? Ебаров с Марго, но они вместе вроде как. Так, Витя, а ты любишь походы? Ну так, средние, если чисто для спорта. Рязка классная, да, неплохая. О, год такой высокий, это да.
Нравятся высокие девушки? Не слишком. Ты моя солнышко, спасибо за ответ. Да не за что. Оф, да. Привет, улыбашка. Здравствуйте. Так, да, привет, Тюмени большой. У вас все по сценарию? Нет, конечно. Как с Иришкой? С Иришкой никак, общаемся, так нормально все. Хорошо выглядишь, спасибо большое. Ты молодец, спасибо большое. Водолей, да, водолей. Кате Доловой, привет с Братска. Передай привет моему любимому мужу, скажи, что я его жду. Привет мужу Надежды Герасимовой. Так, привет. У моего сына 24 января день рождения. Блин, здорово. Тоже водолей. Сырный великан. Сырный великан, круто. Давай я тебя в эфир жду. Увидимся как-нибудь. Ты умненький. Такой расчумненький. Что? Почему вопросы? Привет, привет. Так, а Шойбаров в отношениях? Да. Передай моим сыночкам привет. Тимофею и Матвею. Тимофею и Матвею, сыночкам Анны Кочешновой. Привет большой. Так, тебя пригласили на свадьбу, Таня и Витя? Нет. С какой Марго? Марго же с Сорокой. С Маргаритой другой, я забыл, какая ее фамилия. А какой у вас распорядок дня? Подъем и все. У нас распорядок, в принципе, почти по желанию. Как дела? Хорошо. Твое мнение насчет Алены Рапунцель? Блин, Алена Рапунцель, по-моему, хорошая девчонка. Не знаю, почему у них так с Ибаром произошло. Я буду на поляне, обязательно поговорю с ней. Пока что не могу ничего говорить. Для меня она классная. Привет, соседи. Осетии, салам. Ты классный. Спасибо большое. Вить, ты такой прикольный. Уф. Стараюсь. Запомни. Ник, ответь, пожалуйста. Рио Лис. Хорошо, я попробую запомнить. Тебе норм с гномами встречаться? У меня жена бывшая, с которой мы 10 лет пробыли вместе, она 1,66 м. Ты прям красавчик, спасибо большое. Привет из Осетии, еще раз Осетии, саламчик. Витюша, самый ты лучший на проекте, спасибо большое. Вот. Там дерутся на дом 2, а тебя нет. Меня нет в драках, просто я заведомо сильнее всех, поэтому не участвую в них. Привет из Киргизии от Натали. От Натали. Киргизии тоже огромный привет. Блин, был в Киргизии в 21 год. Когда-нибудь я туда вернусь обязательно, в Бишкек или на Иссык-Куль попаду. Ты в директ отвечаешь? Да, иногда. Сожри ябы с проекта. Нельзя так себя вести. Ты здоровый, Витя, сожри его. Посмотрим. Ты супер-пупер. Спасибо большое. Нам нравится, как ты танцуешь. А вы видели, да? Люблю тебя. Ой, спасибо. Давайте мне тут ряску не засирайте. Она клевая. Так, да, ряска нормальная. Бери Иру и приезжай в ДГ. Она классная. Поднимемся на фишт. На фишт, кстати. Фишт. А это не в этом. Сейчас вспомню. Подождите, фишт. Гузериполь. Я в Гузериполе. Был там вроде где-то фишт. Так, когда собираешься домой? Дом строить будешь? Ты же строитель. Я, да, работал в строительной фирме. Привет Иване Дилове передай. Иване Дилове, привет большой. Ты похудел сильно. Да, еще буду худеть. Так, как общаешься с Поляной? Только на лобном? Да, только на лобном. Витя, привет. А что за шрам у тебя на руке? Это с детства ожог. Я горел в 5 лет в пожаре. Как ты думаешь, Ебаров и Алена вернутся? Возможно, но вряд ли. А почему к тебе нельзя прийти на проект? Потому что я еще не отпустил, правда, прошлые отношения. Немножко не очень здорово себя чувствую. Так, что дальше? Да, очень красивый. Удачи тебе. Спасибо большое. Проект. Такой добрый, клево, что читаешь такие люди. Клево, что есть еще такие люди на проекте. Спасибо вам большое. Спасибо за поддержку. Спасибо за понимание. Так. Откуда Макса Колюшкина знаешь? На площадке пересекались. Да, он играл еще в Лока, а я играл в Униксе. Так, у тебя есть шрамы? На руке ожог, да. Вот. Передай мне привет. Привет, 158, Марина. Привет из Ингушетии. Ингушетии тоже привет большой. Планируешь на поляну? Да. Привет с Перми, ты классный. Спасибо большое, Перми тоже огромный привет. Передай привет Никите. Никита, привет тебе. Лапочка, как торопишься, чтобы всем нам ответить, умничка, в отличие от всех, спасибо большое, я буду стараться отвечать. Ебаров дурак, сам в эфире говорил, нельзя так гонить этого Ебарова.
Ну, вы же смотрите, значит, вам интересно. Что думаешь по поводу Милены? Не знаю, Милена истеричка, а так, в принципе, нормальная девчонка, когда не истерит. Какой у тебя телефон? Десятка. Привет. Он уже передал Перми привет, люди. Привет, привет. Слушай, ты вообще крутой и классный, молодец и умничка. Очень приятно за ответы. Спасибо. Не за что. Я буду стараться. Почему через 10 лет разошлись? Потому что я подумал, что былого не вернуть, и поэтому разошелся. Сейчас я думаю, что, возможно, я поспешил, но обратно дороги нет. Белоруссии тоже привет большой. У вас есть выходные? Нету. Привет с Байкала. Байкалу тоже привет. А какие девушки нравятся? Внешность? Ну, типа Катьки Усмановой. Вот нравится мне Катька Усманова. Передай привет Ижевску. Ижевску тоже большой привет. Пожалуйста, сохрани эфир. Обязательно. Что ты сделаешь, если твоя жена придет на проект? Она не придет. Приезжай на Иссык-Куль. Тут классно. Обязательно как-нибудь. Ты общаешься со своими детьми? Давно не общался. Они сейчас у бабушки Иванова в гостях. Я... пока не звоним. Пригласи на остров свою бывшую жену с сыночками, как Габозов. У нас не всем так можно. Мы следим за тобой. Хорошо, спасибо. Джеймс, здорово, братка. Джеймс, hi, brother. Я тоже из Киргизии. Будем ждать, ты лучший. Хорошо, спасибо большое, Киргизия. Бишкек, привет вам большой. Ты в телевизоре и тут. Здорово. Передай привет Сабине Куц. Сабина Куц, привет тебе большой. Лапочка, солнышко, самое лучшее. Спасибо большое. Скучаешь по Саше? Нет, не скучаю. Привет, Пинчук тебе не пара, она проектная. Да, Пинчук проектная, вы правы. Привет, милаха, здравствуйте. Ну, ты классный, спасибо большое. Ты добрый великан, спасибо, я стараюсь. Хорошо общаешься с Безусом? Отлично общаюсь, мы с ним друзья. Планируешь на поляну? Да, хотелось бы. Работал актером где? Блин, в нескольких проектах. Привет, конкурс на острове постройки из песка. А проведи конкурс на острове постройки из песка обязательно как-нибудь. Витя, ты норм, но чуть выпендрёшка. Да нет, ну что вы, вообще не выпендрёшка. Как похудел так быстро? Диета и бег. Привет, Витя, как настроение? Настроение нормальное, как ваше. Майя беременна? Нет, не знаю. Почему не едете на кастинг в Сибирь? Не знаю, может быть, позже. Сейчас пока по югу ездим в России, насколько я знаю. Витя, ты что несешь? По поводу. Я несу людям счастье. Красавчик, передай мне привет. Привет, Алинка 1412. Витя, сладких снов. И вам сладких снов. Ладно, Витя, давай. Спокойной ночи. Вам тоже спокойной ночи. Спокойной ночи, Вика Лон 28. Витя самый позитивный на проекте. Стараюсь, наверное. Блин, Витек, давай на поляну. Там очень много красивых девушек. Не знаю, какие... Я так понимаю, что только на молодежном уровне играл за Уникс 2. Почему не получил профессиональную карьеру? Потому что поженился и все, закончилось на этом. Витек, привет из Арха. Арху тоже привет большой. О каких фильмах снимался? Выйдет скоро «Тайная печать дракона. Путешествие в Китай». Так, а у нас в Тюмени уже «Дом 2» кончился, даже ночной эфир. Прикольно, передай Валере на лобном привет, прошу. На каком Валере? Передай привет всей Сербии. Привет, Сербии! Огромный. Так. А где Безус? Безус там где-то сидит тоже. Никто не поздно сохранить семью. Посмотрим. Что-то все тормозит. Ладно. Так, дамы и господа. Передай привет Надежде Петровне. Надежда Петровна, привет. Вить, какой у тебя любимый фильм? «Легенда осени» и «Зеленая миля». Да не успевает просто нам всем ответить. Мне ж много так. Привет, почему именно в это время выходишь в эфир? Потому что именно в это время дают телефоны. Фу, мальчишки, девчонки, пара-пара-папа. Привет, Алена Чанчина. Привет, Витя из Мордовии. Мордовии тоже огромный привет. Усть-Каменогорск, привет огромный. Витя, ты в драйве. Так, не знаю, что значит. Какие условия на проекте? Хорошие. Привет, передай Сабине Алиевой. Сабина Алиева, привет. Какая любимая книга «Мастер Маргарита»? Привет, ты клевый. Спасибо большое. Ты классный. Будь всегда собой, и все будет хорошо. Найди со временем счастье. Спасибо большое. Приветик, привет. Как ты? Нормально. Иру будешь добиваться? Вряд ли. Мальчики, девочки, дамы и господа, целую вас, обнимаю. О, хорошего вечера. Даже спокойно.